детей пропустят. Эти люди спасают жизни и помогают в сложных ситуациях. Работа у них такая – спасатель. Каждые 3 года они проходят аттестацию. Вначале проверяют физические данные. Участники аттестации отжимаются, подтягиваются, сдают нормативы на бег. Требования жесткие, поблажек никаких. 100 метров нужно пробежать за 14 секунд. Рустам Фахардинов опоздал на 0,3 доли секунды. Оценка за такой результат – 4. Страшного в этом нет ничего. А вот если получить 2, да еще по нескольким нормативам, на карьере спасателя можно поставить жирный крест. По физической подготовке спасателей проверяется по 4 элементам. Это бег на 100 метров, подтягивание, контрольно-специальное так называемое упражнение вот за спиной оно выполняется, а также кросс на 1 километр. В детстве мечтал стать банкиром. В юности захотел быть спасателем. Это история Рустама Фахардинова. В рядах краевой спасательной службы мужчина работает 6-й год. Он уверен, что выбрал лучшую из профессий. Это единственная работа, где можно услышать человеческое спасибо, где можно увидеть искреннюю улыбку и где можно, конечно же, выполнить свой долг перед нашей страной, нашей могучей, хорошей страной. Аттестацию проходят спасатели со всего края. Физическая подготовка – не все, что от них требует сложная профессия. Следующим этапом повышения классности спасателей – работа на воде. Бросок спасательного круга на дальность, извлечение пострадавшего из воды и многое другое. Анастасия Романова, Роман Солодовников, Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».